По поводу ремонта быстренько скажу. В принципе, основное, самое основное, базовое я сделал, был готов. Кровать готова, там полочки, все дела. Но остались мелкие, тонкие доработки с освещением, светильнички, подсветка стола компьютерного, подсветка кровати, подсветка полок, ну и так далее, там мебельные стенки. И вот эти вот мелочевочки, они занимают очень много сил, труда и времени. Финальные вот эти мелочевки, которые вот завершающий облик придают всей твоей теме, всей твоей задумке. А так, ну в принципе вот, кровать готова, такое постельное белье корошное. Эти калашниковые, а тут... Тут девушки всякие разные. Тут процесс зарядки. Здесь чего только нет. Штативы. Здесь заряжаются камеры. Беспроводная гитарная система. Клавиши. Кондиционер работает. Прохладно. Сейчас со шторами. Шторы космос. Слишком, блин, длинные шторы. Сейчас в ателье надо будет ехать, укорачивать их. Ну, отдавать заявку. У меня, конечно, есть швейная машинка, но у меня времени нет, мне скоро на репетицию. Времени нет сидеть там, ушивать, подшивать. Вот, кстати, как раз моя красавица, одна из моих красавиц. Тут у меня будут крюки, 6 крюков, 1, 2, 3, 1, 2 и, наверное, третий сюда, 6 гитар. Вот пока вот такие краткие новости.